Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Почему мы изучаем Таухид? Аллах не принимает ни одного дела, кроме как с единобожия. Единобожие – причина увеличения благих дел. Единобожие – это наставление на прямой путь и установление безопасности. Единобожие – причина заступничества пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах создал нас для единобожия. Никто не войдет в рай, кроме единобожников. Единобожие – это причина прощения грехов. Единобожие – это единобожие причина спокойствия и умиротворения. Единобожие – это право Аллаха на своих рабов. Единобожие – это призыв всех пророков.